учиться поиску выхода, да, все-таки он руководитель, нынешний руководитель рабочей группы по обманутым дольщикам. И я бы все-таки хотел, это надо протокольно фиксировать. А второе, я поддерживаю логику Андрея Викторовича Козикова. И вот у нас есть депутат Владимир, Владимир Владимирович Конегин. Нет, я предлагаю ему сейчас высказаться по этому поводу. Он много говорил в качестве кандидата на главу города о проблемах обманутых дольщиков. Мы знаем, что он посещал и палаточный городок, и много об этом говорит. Но говорить – это не делать, это две разные вещи. Поэтому, Владимир Владимирович, из огромного уважения к вам, зная ваши таланты, организаторские таланты накормить и обогреть, пожалуйста, возглавьте рабочую группу по обманутым дольщикам. Я считаю, что у вас все получится. Мы вас поддержим. Как вы считаете? Уважаемые коллеги, Юрий Васильевич, можно я... Юрий Васильевич Чуров высказал совершенно правильную мысль, что дело нужно доводить до конца. Геннадий Григорьевич вроде бы готов взяться. Я не могу понять, вы что, отказываетесь помогать обманутым дольщикам? Я согласен помогать Геннадию Григорьевичу в этом нелегком деле, потому что на самом деле очень много обманутых дольщиков оказалось в нашем городе. И если он как бы согласен, я считаю, что все продолжают. Это неправильно. И честно, красноярцы, перед отсутствующим здесь Валерием Быковым, по причинам некоторых, потому что он его рекомендовал вместо себя, и предлагаю, что поддержим кандидатуру. Спасибо, Андрей, пожалуйста.